огромный привет! В эфире программа «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. Сегодня мы находимся в легендарных декорациях киностудии «Мосфильм». Это невероятное место, потому что здесь чувствуется мощнейшая энергетика. Именно в этих стенах, здесь сегодня, в павильоне Старой Москвы, свой видеоклип снимает Егор Крид. Что из всего этого получится, вы узнаете в нашей программе. Сегодня в программе Егор Крид показал всем свою самую-самую. Я заплатила денег, она ушла. Кто эта девушка и насколько у них все серьезно? Нужно быть просто его хорошим другом. Есть ли шанс у поклонниц претендовать на сердце артиста, вы узнаете в нашей программе. Герой сегодняшней программы Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, со школьного возраста ощущал в себе особо трепетное отношение к музыке и творческой сфере в целом. Несмотря на юный возраст, ему уже удалось хорошо заявить о себе. Можно сказать, с пеленок Крид мечтал о большой сцене. Но я не понимал всей глубины тех слов. Не понимал, что в этом мире есть любовь. Есть вещи, о которых просто нужно знать. И есть мгновение, чтобы человеком стать. Но мечтать, как говорится, недостаточно. Амбиции тянули артиста вперед, и однажды ему захотелось поделиться своими мыслями с более широкой аудиторией. В июле 2011 года, по совету друзей, он разместил свой материал в интернете. И не ошибся, миллионные просмотры его дебютного видео «Любовь в сети» сделали Крида популярным. Хочешь, докажу, ведь его в поиске сообщений. Понятие меняется и очень быстро. Когда сто раз пишут «люблю», появляются сомнения. Именно интернет зажег новую звезду. Ну а выйти за пределы тройного W начинающему поп-R&B-исполнителю помог продюсерский центр Black Star, подписав с ним в 2012 году контракт. Ну а сегодня под руководством лейбла Black Star он уже снимает свой 9-й по счету видеоклип. Я тебя поздравляю с очередными съемками видеоклипа. Ты знаешь, несмотря на свой юный возраст, ты можешь похвастаться большим количеством съемок. Скажи, удавалось ли тебе до этого работать в павильонах Мосфильма? Нет. Каково тебе находиться в этих исторических декорациях? И расскажи вообще о сюжете сегодняшнего видеоклипа. Очень клевая атмосфера. И вообще очень круто то, что режиссер Алексей Куприянов выбрал это место. Потому что здесь, насколько я знаю, никто еще не снимал клипы. И это что-то новое. Мне здесь очень нравится. Съемки клипа на песню «Самое-самое» проходят на территории легендарной киностудии «Мосфильм». Среди современных построек, девятибальных пробок и бешеного ритма столицы расположились декорации старой Москвы. Красота невероятная. Киностудия «Мосфильм» считается одной из самых крупных киностудий в Европе, не говоря уже про Россию. Ну а днем рождения киностудии принято считать 30 января 1924 года. Вы можете себе представить, что совсем скоро она отметит столетие. Ну а сейчас ей 90, и она неплохо выглядит, хочу вам сказать. Вы знаете, очень обидно, что в кино всех обманывают, потому что когда ты приезжаешь и видишь такие шикарные декорации старинной Москвы, ты ожидаешь, что зайдя внутрь этого здания, ты увидишь там старинную мебель, почувствуешь тот дух того времени, но ничего подобного. Но оказавшись внутри, ты понимаешь, что это всего лишь навсего декорация. Спасибо хоть, что крысы ноги не сгрызли. Камера идет. Меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Меня манили ее руки. Главной героиней сегодня стала Анастасия. Девушка стеснительная. Перед интервью очень переживала и даже репетировала, выступив в роли психолога. И такое бывает, мне все-таки удалось задать пару вопросов. И главное, получить на них ответы. Рядом со мной Анастасия, главная героиня сегодняшней съемки. Настя, привет. Расскажи мне, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы попасть к Егору Криду в съемки его видеоклипа? Нужно быть просто его хорошим другом. Расскажи о своей роли. Кого ты сегодня играешь? Я играю главную роль, героиню, в которую он влюблен, где мы с ним пересекаемся везде по Москве.
Все очень легко и просто. Следите за обновлением, может быть, Инстаграма Егора и узнавайте, когда проходят кастинги. Может быть, и ты станешь следующей героиней в его видеоклипе. Это визг радости был. Здесь просто очень холодно, как вы можете заметить. Поэтому веселимся как можем. Нового клипа Крид доверил режиссеру Алексею Куприянову. Кто являлся идейным вдохновителем на все это творение? Ой, у меня как-то ночью пришла муза. Я заплатил ей денег, она ушла. Да не, на самом деле, просто, знаешь, сидел на студии с ребятами, и так вот родилась песня буквально за 10 минут. О сюжете клипа из первых уст прямо сейчас Алексей Куприянов. Режиссер сегодняшнего видео Алексей Куприянов решил нас сегодня всех заморозить, потому что мы находимся на улице. Помимо того, что он решил нас заморозить, он решил нас перенести лет так 100 назад. Почему именно... Не столько, гораздо меньше, на самом деле. А сколько? Наверное, где-то лет... 65-70. Почему такой необычный образ ты подобрал для Егора и решил снять это все в декорациях старой Москвы? Знаете, хотелось очень создать какой-то такой волшебный сказочный мир, сказочный город. И мы долго искали различные локации, долго пытались подобрать что-то похожее. Были много разных вариантов. Но везде мы сталкивались с разной рекламой, магазины, люди. И потом вспомнили, что есть такая декорация на Мосфильме, и решили бы обратиться сюда и нам сказать: да, ребята, конечно, приезжайте и снимайте здесь свой ролик. И мы были очень довольны, что выбрали это место. А в чем главная идея сегодняшнего видеоклипа? Знаете, главная идея, что все сходят с ума от героини. И Егор и его банда, которую вы увидите на ролике, да, также теряется и везде подглядывает за нашей героиней. Ну и также, конечно, Егора окружает большое количество девушек. Знаете, я просто обожаю, да и уверена, что вы тоже, когда съемки видеоклипа проходят в интересных, огромных декорациях. Знаете, здесь, так сказать, непочатый край работы, потому что это все очень красиво, старинное здание. Здесь можно гулять просто часами. Но съемки видеоклипа окончены, и что из всего этого получится, вы узнаете прямо сейчас, посмотрев новый видеоклип от Егора Крида. Поехали!